Готовы расширить границы вашего стиля? Сегодня мы научимся вязать Trinity узел. Узел Trinity — это забавный, новый способ завязать галстук для особенного случая. Или если вы желаете получить комплименты, восхищение и любопытство. Главные характеристики Trinity узла — это, во-первых, средний размер. Второе, он необычный и симметричный. В-третьих, этот узел хорошо выглядит с галстуками обычного цвета. Перекиньте галстук через шею, подтяните его так, чтобы узкий конец был ниже, чем широкий. Точную длину надо измерить на глаз, так как каждый галстук и человек разные. Перекиньте узкий конец поверх широкого и пропустите его под ним. Теперь пропустите узкий конец сзади широкого и пропустите его снова через узел поверх. Проведите узкий конец сзади широкого и снова пропустите спереди и поверх узла. Затем пропустите его снова через узел. Затем проденьте его сквозь петлю. Теперь наступает момент трюка. Возьмите узкий конец и пропустите его сзади узла и под широким концом. Затем проденьте его в верхнюю петлю. Сейчас наступает время затягивать узел. Затягивайте нижнюю часть узла, подтягивая верхнюю петлю. Тяните за боковую петлю, чтобы подтянуть верхнюю. Затем потяните за конец, чтобы подтянуть боковую петлю. Повторяйте, пока не получите желанный результат. Подтяните узел ближе к шее, удерживая широкий конец в руке и подтягивая узел вверх. Спрячьте конец узла, спрятав его под галстуком и воротником. Галстук должен свисать на уровне верхней и средней линии ремня. Если он слишком высоко, то начинайте заново, спустив галстук чуть ниже. Если он слишком низко, то начните заново, разместив широкий конец повыше. Trinity узел, он забавный и может послужить отличным способом для начала беседы. Это отличный узел, который можно внести в арсенал на особый случай. Заходите на статью и смотрите инфографику с пошаговой инструкцией о том, как завязать Trinity узел. Ставьте лайки и подписывайтесь на видеоканал. И дайте мне знать в комментариях, что вы думаете насчет этого видео.